В Беларуси, несмотря на пандемию, удалось сохранить объемы заготовки донорской крови. В большинстве стран наблюдается отток добровольцев. У нас в республике по итогам 2020-го по объемам заготовки практически такие же показатели, как в 2019-м. Специалисты объясняют это государственным регулированием белорусской службы крови. Белпочта определила график работы в праздничные и предпраздничные дни. Так, городские и сельские объекты почтовой связи сегодня работают по установленному режиму. Там, где штатным расписанием предусмотрен один сотрудник, рабочий день сокращен на час. 1 и 2 мая будут работать только дежурные отделения. Бобруйчан приглашают посетить ярмарку 30 апреля и 1 мая. Она расположилась на Социалистической. Речь о пешеходной зоне от Карла Маркса до Дзержинского. Режим работы с 9 до 15. Покупателям предлагают широкий ассортимент продукции – пасхальные куличи, кондитерские изделия, мясо, рыбу и другие продовольственные товары. В Аврске пройдет фестиваль семейного отдыха. В программе парад колясок, тематические выставки, праздничный концерт, спортивные соревнования и не только. День семьи горожане отметят 15 мая в молодежном парке. Фестиваль начнет свою работу в 11 часов, завершит в 19. Сегодня изменился маршрут движения отдельного общественного транспорта. На ЖД переезде по Орджоникидзе в районе филиала «Бобруйсгаз» проводят ремонтные работы. До 6 вечера автобусы номер 18, 18Б, 31 и 75 будут ходить по улицам Орловского, Карла Маркса, Крылова, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях. 17-ка до 8 вечера отменяется.